Хотелось сделать красиво. Красиво. В общем, нужно было найти ту грань для того, чтобы хореография большей частью остается прежней, да, ну, в то же время, чтобы декорации были более новые, более современные, наверное, так. Мы делаем спектакль авторский, индивидуальный, конкретный, где каждый мазок, в принципе, он должен соответствовать определенной картине, определенному настроению. Для этого пишут художники-декораторы на холсте. Когда это живой кистью, художника может тоньше это взять по цвету. Более детально может это все проработать. Когда работаешь в макете, больше возможности прочувствовать пространство, понять глубину сцены, перспективу, наличие воздуха. Это всегда обогащает спектакль. Весь театр, всегда большой коллектив работает над каждым спектаклем, вкладывает туда все силы, душу и свой профессионализм. Зритель почувствовал вот красоту зимнего леса, запах елки, блеск игрушек елочных. Конечно, волшебство, красота, сказочность – вот то, что необходимо для этого спектакля.